Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Маска. Неизвестный мастер. Теотиуакан, Мексика. Первые 8 века. Серпентин 12/13. Теотиуакан, что означает город богов. Грандиозный древний город-государство на территории современной Мексики. Один из мифов ацтеков рассказывает, что здесь родились Луна и Солнце. Множество каменных масок найдено здесь, но не менее археологического контекста оставляет их предназначение неясным. Это идеализированные лица с большими глазами, широкими носами, крупным пластичным рисунком губ. Отсутствие прорези глазниц и рта указывает на то, что изделия не носились живыми людьми. Они могут являться погребальными масками или изображением божеств. Глаза и зубы маски были инкрустированы ракушками, вулканическим стеклом, пиритом, из-за чего она выглядела более натуроподобной. Ну, такое описание небольшое я нашел в интернете к работе «Маска» неизвестного мастера из Теотиуакана, Мексика. 1-8 века, серпентин. Она находится в Денверском художественном музее. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.